Воскресного утра, друзья. Сегодня необычный день. Я решил подработать на другой точке, а где именно? В академии. Но, как обычно, мои будильники не сработали. Черт возьми, потому что я, наверное, спал, на них и все сам нажимал. И я чуть-чуть, наверное, близко проспал. Поэтому постараюсь наверстать. Сейчас я сгоняю до работы, забегу оттуда на коленники, которые я забыл, черт возьми, вчера на работе. И помчусь на всех парах туда, на работу. Такие вот планы. Кабакадем. Экипировался. Теперь можно ехать на Сахарова. Через 250 метров на светофоре поверните налево. Через 100 метров на светофоре поверните налево. Светофоре пройдите прямо.
держитесь правее. Поверните налево. Калибровочка сбилась. На светофоре поверните налево. Через 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Поверните налево, а затем поверните направо. Прямо 600 метров. Через 500 метров на светофоре пройдите прямо. На светофоре пройдите прямо. Одним дублем со всеми. На светофоре пройдите прямо.
150 метров на светофоре. Пройдите прямо. Через 300 метров на светофоре пройдите прямо. Пройдите прямо. Двигайтесь прямо. 500 метров. Через 500 метров. На светофоре поверните налево. Пройдите прямо. Через 200 метров поверните налево. Радует прибытие 836. Время. Но нет бы, налево ушли. Тут никого нет как раз. Слышь, выходные. Yeah.
Поверните налево. Что-то. Поверните направо. Маршрут перестроен. Поверните направо. Это вот тут вроде. Тут направо. Держитесь правее, а затем поверните налево. Тут сейчас этот двор. С трапкой. Был бы смогу устроить. То есть, ну там могу устроить такое. Площадочку там. Поверните налево. Ну туда делать. Ой. Держитесь правее, а затем поверните налево. Ага. Через 150 метров. Держитесь правее. И кончается. Держитесь правее. Через 150 метров на светофоре пройдите прямо. На светофоре пройдите прямо. Интересно, я понимаю, статическая или динамическая? Да, 135 уже. Через 300 метров на светофоре пройдите прямо. На светофоре пройдите прямо. Через 200 метров пройдите прямо на пешеходный переход. Пешеходный переход. Наверное, надо.
через 450 метров. На светофоре пройдите прямо. Через 150 метров. Держитесь левее. Мягкий заезд. Держитесь левее. Поверните налево. Через 400 метров на светофоре поверните направо. А вроде уже и не еду. На светофоре поверните направо. Через 200 метров поверните налево на пешеходный переход. Почему ты хочешь меня вечно на левую сторону? Не направо, не плохо.
налево на пешеходный переход. Через 200 метров на светофоре пройдите прямо. Пройдите прямо. Через 150 метров на светофоре пройдите прямо. А ты плавно разгоняйся. В голове думается, а говорится. Говорится. В голове думается. Но отвечает вслух. Зеленый. На светофоре пройдите прямо. Через 150 метров. Поверните направо. Все направо. Все направо. Все направо. Пройдите через калитку. Маршрут перестроен. Через 100 метров. Поверните налево. Маршрут перестроен. Пока это мне через лес посылает. Я ж там заблужусь. Через лес. Поверните налево. Через 150 метров поверните направо, а затем держитесь левее. Яблоки. И груши. Поверните направо, а затем держитесь левее. Держитесь правее, а затем поверните направо. Что? Где? Кто? Почему? Куда? Поверните налево. Не знаю, куда он меня ведет. Держитесь правее, а затем держитесь левее. Маршрут перестроен. Поверните направо. Держитесь правее, а затем поверните налево. Держитесь левее, а затем поверните направо. Поверните налево. Маршрут перестроен. Поверните налево. Маршрут перестроен. Как так-то? Заблудился. А? Сейчас перестраиваю маршрут. Через 150 метров поверните налево. Маршрут перестроен.
Поверните налево. На светофоре держитесь правее. Поверните налево. Маршрут перестроен. Я буду вилять сейчас. Велосипеде, когда можно две прямые дать на скорости в воскресенье утром. Поверните налево. Через 150 метров на светофоре пройдите прямо, а затем на светофоре поверните направо. Хочешь меня на ту сторону опять? Почему? Почему на ту сторону? Интересно. Там что, лучше? Да вроде нет. На светофоре пройдите прямо, а затем на светофоре поверните направо. На светофоре поверните налево, а затем на светофоре поверните направо. Маршрут перестроен. Держитесь левее. Держитесь правее. Окажешься ты аналоговым. Держитесь левее. Никотин ты куришь электронный, окажешься. У тебя аналоговый. На светофоре поверните налево. Через 500 метров поверните направо. На светофоре пройдите прямо. На светофоре держитесь правее. Поверните налево.
Двигайтесь прямо. 600 метров. Метров на светофоре пройдите прямо, а затем на светофоре поверните направо. Едут. Парк это хорошо. Светофоре пройдите прямо, а затем на светофоре поверните направо. Хочу направо, хочу прямо, прямо и прямо. Двигайтесь прямо. 600 метров. Через 500 метров на светофоре пройдите прямо, а затем поверните направо. Пройдите прямо, а затем на светофоре поверните направо.
прямо. 600 метров. Через 500 метров поверните направо, а затем поверните налево. Поверните налево. Да. Что-то вот что я по той стороне. Через 150 метров поверните налево, а затем поверните направо. Не успели. Только на один. Ну, один тоже хорошо. Теперь это Стоп Экспресс, это не Газпром. ОМОН цен. Поверните налево, а затем поверните направо. Поверните направо. Через 100 метров поверните налево. Что это такое? Поверните налево. Куда? Туда? Двигайтесь прямо. 600 метров. Мать, ебал. Этот ваш навигатор. Да, на велосипеде на одно дувало сделал. Через 500 метров. Держитесь правее. Поехал, поехал себе по лесу. По лесу.
Ну так что, это же срезка. Корневая дорога. Ты когда будешь смотреть, ты будешь ржать надо мной, я знаю. Ехал бы сейчас туда, по левой стороне себе спокойно. Нет. Мы путешественники. Мы едем. По хорошей, прекрасной дороге. Держитесь правее. Двигайтесь прямо. 800 метров. 800 километров по таким дорогам. Круто, поверните направо. Куда? Туда? По вон той дорожке, что ли? Двигайтесь прямо. 700 метров. Маршрут перестроен. Налево. Туда. Держитесь левее. Через 400 метров поверните налево. Мало мне вчера было, да?
Одни. Таким же дорогам. Перестроен. Да. Через 200 метров поверните налево. Ай, да куда ж мы с вами-то забрались, а? Сейчас перестраиваю маршрут. Через 200 метров поверните налево. Ай, да куда ж мы с вами-то забрались, а? Сейчас перестраиваю маршрут. Через 150 метров поверните налево. Маршрут перестроен. Через 100 метров поверните налево. Ай, да куда ж мы с вами разобрались, а? Сейчас перестраиваю маршрут. Маршрут перестроен. И вот вопрос на засыпку. Ай, да куда ж мы с вами разобрались, а? Сейчас перестраиваю маршрут. Поверните налево, а затем поверните налево. Поверните налево. Через 350 метров. Держитесь правее. Дорога же не построена еще. Куда правее? Поверните налево. Через 100 метров на светофоре поверните налево.
мелкие баги, косяки алгоритма. Косяки алгоритма какого? Алгоритма построения пути от точки А до точки Б. Вот и поработали.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
время сменить.
перчу. Thank you.
Почти это видео было снято одним. Да, блин, ну круто же. Ну, спасибо всем, кто наблюдал за тем, как я передвигаюсь от одного района туда-обратно, туда-обратно. Сегодня был офигенный день, я проработал в академии. Это просто кайф. Вообще, Сахарова топит, лучшая Сахарова, самая лучшая точка. Всем советую. Реально там круто. Очень круто. С удовольствием бы там еще поработал. Много раз. Но судьба расположилась так, что я живу здесь. Так что, огромное всем спасибо, кто смотрел это видео, кто был. Огромное всем удачи и пока.